Link Center in Cairo. Site page overview. Учебный курс номер 16. Косвенная речь. Reported indirect speech. Чтобы вернуться назад к остальным грамматическим курсам, следует нажать вот эту кнопку. Как и все метафизическое, гармонию между мыслью и реальностью можно найти в грамматике языка. Людвиг Витгенштейн, австрийско-британский философ, один из величайших философов 20-го столетия. Like everything metaphysical, the harmony between thought and reality is to be found in the grammar of the language. Видео «Введение в правила согласования времен». Сводная таблица видовременных форм действительного, а также сводная таблица видовременных форм страдательного залогов. Изучите теоретический материал по теме «Косвенная речь». Затем выполните тесты онлайн. Изображения в галерее увеличиваются по клику. Переход времен и наречий. Слайдовая презентация. Далее тесты онлайн. Упражнение на согласование времен. Здесь представлены сложно подчиненные предложения с придаточными дополнительными. Тесты онлайн. Высказывание полностью логически анализируется, если его грамматика полностью ясна, независимо от того, на какой идиоме оно может быть написано или выражено. Людвиг Витгенштейн, австрийско-британский философ, один из величайших философов 20-го столетия. A proposition is completely logically analyzed, if its grammar is made completely clear, no matter what idiom it may be written or expressed in. Учебный курс номер 16. Косвенная речь. Reported indirect speech.